Всем привет! Сегодня я хочу показать, как можно легко сделать подарок своими руками. Мы будем использовать акварель, акварельные кисти, акварельную бумагу, а также рамку и паспарту для оформления готовой работы. Предварительно убедитесь, что акварельный лист бумаги по размеру соответствует размеру паспарту и рамки. Начинаем с того, что простым карандашом наносим рисунок на бумагу. На карандаш не надавливаем. Мы будем применять технику по-сырому, то есть сначала смочим лепесток водой, затем наносим краску. Карандаш старайтесь не покрывать акварелью, так как в последующем нам его нужно будет стереть. Прежде чем приступить к работе, потренируйтесь этой технике на отдельном листе бумаги. Использовать я буду две кисти. Одна кисть у меня для краски, другая чистая для нанесения воды и распределения краски. Акварель я наношу несколькими слоями, давая предыдущему слою высохнуть. Теперь я беру другую кисть и начинаю заливать лепесток цветом. При закрашивании лепестков краску наносите неравномерно, то есть какие-то участки по тону будут светлее, какие-то темнее. Таким образом, ваша работа будет живой и легкой. После того, как краска полностью высохнет, стёркой стираем простой карандаш и по мере необходимости выравниваем края, добавляя краски.